И Иван Юргин, его соперник в синем трико, Кахавер Кубиашты, Россия, Владикавказ, мастер спорта международного класса, победитель первенства мира 2006 года. На ковре А победила Масака Фуруичи, Япония. Таким образом, в финальном поединке спортсмены категории до 72 килограммов встречаются Жуан Ван, Китайская Народная Республика, и Масака Фуруичи, Япония. Мэт А, the winner is Масака Фуруичи, Japan. In the final bout, she will see Juan Kwan in weight category 72 kilograms. На ковре А начинается первый полуфинальный поединок спортсменов весовой категории до 86 килограммов. В красном трико Тейлор Дэвид Моррис, Соединенные Штаты Америки. В синем трико Артур Найфонов, Россия. На ковре С идет вторая полуфинальная схватка весовой категории до 97 килограммов. В красном трико Владислав Байцаев, представляющий Ставрополь в параллельном зачете Москву. Мастер спорта международного класса. Его соперник в синем трико, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Кайл Снайдер, Соединенные Штаты Америки. На ковре А в красном трико борется Тейлор Дэвид Моррис, Соединенные Штаты Америки. Обладатели Кубка мира 2017 года. Артур Найфонов борется в синем трико. Россия, город Нижневартовск и Владикавказ. Артур Найфонов, мастер спорта, победитель первенства мира. Тренеры Арчегов, Дудаев. Чистую победу на туше одержал Тейлор Дэвид Моррис. И выходит в финал борцов весовой категории до 86 килограммов. Мэтт А, the winner is David Morris Taylor, the United States of America. Приглашаются Фатих Эдин, Турция, Владислав Валиев, Россия. Не расслабляйся!
На ковре Б победу одержал Заурбек Сидаков, Россия, Нижневартовск, Владикавказ. Он становится первым финалистом борцов из категории до 74 килограммов. Приглашаются Хетик Цаболов, Россия, Мандахнаран Ганзорик, Монголия. На ковре А в красном трико борется Фатих Эрдин, Турция, чемпион Турции. Тренируется под руководством Ихака Ирбайхамова. На ковре С победил Кайл Снайдер, Соединенные Штаты Америки. Мэтт Си. The winner is Snyder Kyle, the United States of America.